Сегодня будут устанавливать кресты на церковь. Приехало много людей. Хотят в этом году осветить и поставить кресты на церковь Андрея Первозванного на Победе. Приехал владыка Симеон, глава Днепровской епархии ПЦУ. Народ пошел за владыкой. Прийди, вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, эти шары будут стоять наверху. Вот эти кресты будут стоять на церкви. А это главный крест. Владыка и господин Петровский. Сейчас этот человек поднимет крест. Такие у нас люди. И благослови нас, Митя Твое. Сильный ветер. Трудно попасть в эту луковку. Очень сильный ветер. Попал. Все, крест, можно сказать, стоит.